МКС, прием, прием. Сейчас я гриль немного почищу. Здорово, народ. Сейчас, 5 секунд. Что, как дела? Как дела, народ? Футболка. Привет, МКС. Так. Сейчас грудку забабахаем. Да, побрился. Нитку выкрутил, ё-моё, видите? Все, ниток больше нет. Блять, целый час сидел, крутил ее там, подрезал, потом прямо выскочила. Отлично, все нормально. Все по плану. Привет, привет. Сейчас сиську пожарим. Да, немного насморк, да, что-то подзаколебалось, честно. Насморк. Вот, есть такое дело. Сегодня руки. Сегодня легкая тренировка у меня. У меня руки — это легкая тренировка. Рис. Кстати, рис сейчас не буду варить. Меня там суши ждут, я в баре. У Жени суши возьму. Сожру вместо риса. Задолбал мне этот рис. Ну, я не по часам ем, я стараюсь есть. Чем чаще, тем лучше, но по-разному получается. Сейчас, конечно, такой херовый режим у меня. Вот, но даже если не получается поесть нормально, грудки, я все равно что-нибудь съедаю. Какую-нибудь херню все равно съедаю. Вес не знаю. Блин. Не очень мне нравится мой режим, потому что сейчас такая перестройка в клубе небольшая. Не то, что небольшая, можно сказать, глобальная перестройка. Поэтому работы много и нервов много. Поэтому я не взвешиваюсь. Нет такого у меня ощущения бомбового, что я прям нереально набираю. Вот этого ощущения нет. Я думаю, что оно с понедельника начнется. Сейчас мы подустаканим. У меня сегодня была девочка на контроле, в собеседовании, которая будет моим замом по административной финансовой части. Скину с себя кучу работы. Вот. Еще у нас с понедельника будет фитнес-директор. Вот. Тоже, который заберет кучу всяких головных болей. Вот. И поэтому мне станет проще больше времени уделять режиму, питанию, тренировкам. И наконец-то я займусь каналом. Канал, блин, заглох вообще. Нет, нам не нужен супервайзер. У нас будет супер-пупервайзер. Привет, привет всем. Блять, кстати, что-то я не промыл грудку. Ой. Грудку. Готовлю грудку, как обычно. Канал нет, не буду бросать. Канал буду реанимировать. Блин, реально, ну, вы понимаете, да, что я не совсем стопроцентный блогер, который на этом зарабатывает. Канал — это мое хобби. К сожалению, я не могу вести канал, забросив рабочие дела. Тренировки и рабочие дела. Поэтому канал из-за этого страдает.
Канал не в приоритете. В приоритете это работа, клуб и тренировки. Вот. Поэтому канал страдает. Перископ, он как бы меня особо не напрягает. Вот. То есть я вот дела делаю и там могу поперископить. Поэтому мы как бы с вами теперь в перископе. А вот на канал времени ни хера нету. Но надо это все реанимировать. Грамотно же это, когда распределишь все обязанности и снимешь с себя все. Да, Машунь, я лысенький. Видишь? Нитки выкрутил все. Вот. Готовлюсь к твоему приезду. Вот. Здорово, здорово. Вот. Так, так, что? Ну как, ну что, грудка сегодня? Грудка и суши. В баре суши возьму. Рис не буду варить. Мне там Женя сказал, что он суши привез. Бармен. Суши. Вот она. Грудочка. Все готово. Замариновалась. Суши сам готовить? Не, не пробовал. Ха, да, это инферно, детка. Да, Маш, суши есть. Но они, конечно, не такие, как эти делали, которые у нас были наверху. Привозные. Ну так, чисто иногда можно. Иногда можно. Но не скажу, что они прям божественные. Так что вот так. Бля, я прям помолодел, да? Молоденький стал. Красавчик. Я же говорю, что вырежу шишки, побреюсь и буду красавчиком. Вот. Метаном. Не, метаном занюхиваю. Ну, завидный жених, да. Так что глаз да глаз. Да, конечно. Кто скажет, что мне 35? Очередь. Что-то нихера не выстраивается, Маш. Нихера не выстраивается. Меня боятся все, наверное. Все боятся подойти. Да. Так. Да, есть такое. Ничего с этим не могу поделать. Венозный. Вон. Мне даже интересно, завтра соревнования в Ярославле. Хоть кто-нибудь в форме будет. Такой, как у меня в межсезонье. Мне, кстати, там приглашения присылают на разные турниры сейчас. Я, правда, нигде не говорю, что я готовлюсь никому. Приглашают. Судить? Не, я судить не хочу и не буду, и не надо мне этих приглашений судить. Это неблагодарное дело. Не мое. Вот, судить. Пусть судят другие. Не суди, не судим будешь, да?
Так, АЭС всякие там, метаны, шметаны, блядь, всякая хуйня будет баниться. Не надо меня спрашивать про АЭС, ничего. Я эту информацию никому не даю, никому ничего не рекомендую, потому что это все индивидуально для каждого человека. Я вам сейчас скажу что-то, вы сделаете, и у вас что-то пойдет не так, потому что организм у всех разный. Потом будете меня обвинять, что вот Водянов сказал там, а мне не поперло. Вот. Я считаю, что если вы собираетесь использовать анаболические стероиды, вам нужно это делать под присмотром грамотного человека. Без присмотра грамотного человека лучше не делать этого. До добра это не доведет. Нет, один раз у меня было, в 2013 году я делал ЭКУ, и у меня была возможность это делать. А в 2013 году больше не делал. Я сушился. Ребят, зачем мне эко, блядь? Ну вы на меня посмотрите. Я на массе, блядь. Какая эко? Зачем она? Мне, блин, 2 недели там посидеть на 150 граммах углеводов. И никакой эки не надо. Сердце не колет. Вот. Поэтому какая в задницу эко? Ну нет, не каждый подход до отказа. Конечно, нет. Частично отказ, да, силовой памп я в основном практикую. Бывают и отказные, и 50 на 50. Вот. Главная задача — это накачать как можно больше крови и при этом поднять максимальный вес на 15 повторений. Нет, не читмилю. Для меня слово читмил ужасное. Я ненавижу это слово. Читмил, блин. Я считаю, что это бред. Бред полный. Вкратце объясню почему. Представляете, вот читмил. В основном это у бикинисток. Вот сидит она, блин, на одном огурце 6 дней в неделю. Жрет один огурец там и какое-нибудь яичко, блядь, всю неделю. А потом в один день ебашит в Макдональдсе с утра до ночи. У нормального человека какие мысли сразу возникают? Что творится у нее там вообще, блядь? Какие стрессы организм получает от того, что она 6 дней сидит, да, на огурце с яичком? И какие там ферменты под это вырабатываются, да? Что вообще там, как обмен веществ за это время пересаживается? А потом в один день ебашит, блядь, там 1000 калорий. Что там с поджелудочной происходит? Что там с ферментами вообще? Вы не задумывались? Для меня это дикая схема вообще. Очень дикая. Я приверженец дисциплины в питании. Нужно выстраивать определенное количество жиров, белков и углеводов и делать определенные манипуляции с ними. Но ни в коем случае не читмилы. Это просто вариант загрузки, да, определенный читмилы, но только более жесткий. Вот. Я не приемлю такой схемы. Вот. Поэтому это не мое. Я делаю профилактику, да, периодически. Периодически делаю для органов профилактику. Я показывал у себя дома в перископе. У меня лежит сейчас такая схема дома. И для печени, для почек, для желудка, ну, для ЖКТ полностью, и ферменты, и энзимы там всякие, как они, и бактерии, и для там всяких желчеточных каналов все есть. Вот. Это я делаю периодически. Как правило, я это делаю, когда еда перестает уже в нужном объеме в организм влазить. Значит, пора применять схему, чиститься. Да, желчегон не на постоянной основе. Хафитол. Вот, не на постоянной основе. Делаю. У меня есть схема определенная, которую я делаю. Я могу делать ее прямо во время курса.
Хофетол называется. Хофетол. Почитайте, погуглите, что это за препарат. Очень хороший. Да, хофетол. Да, действительно, нужно обращаться к врачу. Смотрите, как вообще поступить элементарно. Если у нас, конечно, врачи, конечно, все пиздец. Ты к нему придешь, он тебе скажет: о, ты колешься, все, тебе жить осталось там неделю. Надо сдавать анализы. Нужно делать УЗИ брюшной полости. Нужно делать кардиограмму. И уже от этого вы будете даже сами понимать, что у вас там с организмом творится. Вот. Это надо делать обязательно. Вот. Вот эти советы, они, наверное, более ценные в плане здоровья, в плане прогресса, в плане всего. Они более ценные, чем сказать, чем уколоться. Потому что это здоровье. Ой, я пропустил. Ребят, про стероиды вообще не пишем. Оралки, уколы там, то, сё. Я не буду ничего рекомендовать и советовать. Потому что нельзя этого делать, не зная человека вообще. Ни в коем случае нельзя. А. Блин, из аптеки. Вот смотрите, ну какой смысл опять советовать чего-то из аптеки? Я вам посоветую из аптеки, да, там вобензим, хофетол, урсасан, гепомерц. Что у меня там еще? Блин, забыл. Ну там целая куча, я показывал у себя дома. Стоит у меня коробки, курс чистки. Так может вам половину не надо? Линокс, да, Линокс. Еще что-то, не помню. Вот. Может быть, вам половины не надо. Ну, как можно взять вам и мою схему полностью повторить? Зачем? Понятное дело, что она универсальная. Хуже не будет. Но, возможно, вам половину препаратов не нужно. Ферменты там еще используются. Возможно, они вам не нужны, ферменты. Но это, блин, это же индивидуально, понимаете? Вот. Так что для того, чтобы давать советы, нужно обращаться непосредственно вживую к человеку, чтобы он вас видел, он видел ваши анализы и уже от этого прописывал препараты аптечные. Понимаете? Я тоже консультируюсь с врачом по этому поводу. И схему мне писал врач. Из спортпита омегу. И у меня сейчас этот Optimum Nutrition Fish Oil. Я взял пару банок. Какому врачу по поводу фарша? Ой, я даже не знаю. Да хер его знает. Ну вот если голова болит, надо идти точно к врачу. Узнать, что у нее там, может, у нее мигрени какие-то. Ну, блядь, Гастюнин говорил. Гастюнин сейчас говорит одно, завтра говорит другое. Блин, ешьте рыбу тогда. Больше рыбы. Красной, блин, вот вам и омега будет. Это уж точно не ошибетесь. Не знаю, кто кому платит, но это сугубо индивидуально. Я разные омегу покупал. Я не говорю, что от Optimum Fish Oil оно самое крутое. Ни хрена. Я разные покупал. У меня в VP Lab были эти капсулы. Там омега-3,6,9. Вот. Масло льняное. Поэтому тут много вариантов получить омегу. Не факт, что там какая-то добавка прям перекроет. Если вы рыбу едите каждый день, вам нахер не нужно эту омегу. Mm.
Бля, льняное масло я не могу выпить, например. Мне это невозможно. Не знаю, что лучше, блин. Салатик, я этот салатик даже ложки не съем с льняным маслом. Меня вырвет нахер сразу. Да-да-да. Так, ладно, народ, я пошел суши свои заказывать. Пойду есть. Надо телефон зарядить. Тренировка сегодня, наверное, опять поздно будет. Мне еще два раза поем. Да и нет, в баре. Там уже готовы. У меня тут бармен привозит. Давайте. Я еще, может быть, еще грудку буду жарить, включусь. Поболтаем. Мне еще надо два раза поесть. Все, ладно, на связи.